Привет, Диана! Привет! Ребята, Диане на день рождения подарили 3 классных набора. Учимся считать от 3 лет, учим алфавит от 4 лет и математика от 5 лет. Мы сейчас вместе с вами все их посмотрим. Смотрите, какая интересная эта коробочка. Во-первых, это коробочка-папка. Резиночка. Закрыл, ничего не потеряется. Ее открываешь. Здесь есть доска, на которой можно писать. Один? Да. Один написала. Ну, смотри, Диан, здесь есть специальные линии и направления, как писать. Как Диана аккуратно пишет. Молодец. Вот, видишь, нужно все-все-все клеточки написать. Диана вообще очень старательная. А я думаю, ты будешь отличницей в школе. В наборе идет еще и мочалочка, которая стирает. Пока Дианочка пишет, мы посмотрим, что еще было в коробочке. В коробочке было также 4 набора цифр от 0 до 10. Набор с желтой рамочкой. С одной стороны это просто цифры. С другой стороны написано, как их говорить. Синей рамочкой. С другой стороны рисунки. Один. Один домик. Два. Два яблочка. Три рыбки. Четыре машинки. Пять бабочек. И так далее. Ой, Диан, смотри. Что это? Катя. А сколько их? Можешь посчитать? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Молодец. А сколько пирожного? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сколько пирожных? Девять. Девять пирожных, верно. Вот карточки с зеленой рамочкой. Здесь правильность написания. Стрелочки, как правильно писать. И точечки. Сколько точечек? Такая цифра. Шесть точек, семь точек. А с другой стороны? С другой стороны на пальчиках, как правильно считать. Покажем Диане эту карточку. Считай, сколько здесь пальчиков? 5 и 3. Сколько это вместе? 8. 8 пальчиков. Проверяем, правильно ты посчитала или нет. Сколько? 8. Диана правильно посчитала. У нас еще есть карточки с красной рамочкой. С этой стороны цифра и рисунок. А с той стороны? А с той стороны у нас точки. Диана, у тебя там получается писать? Да. Можно мы посмотрим? Да. О, это что такое? 1 + 6. Дианы свои расчеты. В этом наборе также была вот такая книжка «Учимся считать». Такая книжка для того, кто будет заниматься с ребенком. Здесь описано, как по этим карточкам правильно учиться. Будем смотреть следующий набор. Ух ты! Ух ты! Магнитные буквы, еще карточки. Диана сразу нашла маркер, значит, здесь тоже есть доска, видите? И пособие, как заниматься с ребенком. Вот тут не показано. Какую ты букву знаешь? А. Пиши букву А. Диана пишет букву А. Букву А. Буква А. Молодец. А это что? Буква О, буква О. У нас есть магнитные буквы. Как ты думаешь, доска магнитная? Пробуй. Магнитная. Здесь можно писать целые слова. Смотри, мама. Я нашла твою букву. Буква Д. Диана эту букву очень любит. Здесь также есть очень много карточек. Давайте мы их откроем, посмотрим. На каждой карточке изображена буква, большая, маленькая. Как ее правильно писать, большую, как маленькую. И картинка, название которой начинается на эту букву. А. Абрикос. Это абрикос. Б. Банан. Банан. Есть также пособие. В нем полностью расписано, как учить ребенка букву. Здесь даже есть раскладка клавиатуры. Какими пальчиками нажимать какие буковки. Диан, что ты там делаешь? Пишу слово. Слово пишешь? Можно посмотреть? Да. Ого, какое у тебя слово длинное. Читаем.
ля ци ны щ у г к д. Вот что ты написала. Диана, чтобы ты такого не писала, мы с тобой обязательно выучим все буквы. Хорошо. Еще один наборчик. Математика. У нас здесь целый сад. Смотрите, деревья выросли. А что у нас еще есть? Магнитные груши, яблоки, знак вопроса, а также цифры. Диана сразу же себе доску построила для занятий. Также есть маркер, набор с карточками и пособие, как и всюду. Весь вид груши нельзя скушать. Что это? Не знаю. Не знаешь такую зарядку? Кто знает ответ, пишите в комментариях. Висит груша, нельзя скушать. Карточки разбиты на два цвета, на голубой и на зеленый. С этой стороны это просто цифры. Одна груша, две груши, три груши. А с другой стороны задание. Здесь все задания на минус. Эти карточки такие, на них можно писать. 5 минус 3, 2, написали. Можно повытирать. А потом еще раз выполнять задание. Смотрите, сколько заданий. Вот это да. Зеленые карточки. Здесь счет идет с 10. 10, 11, 12, 13 и так далее. А также здесь идут яблоки и груши. Там были только груши. И, конечно же, задание. И задание на плюс. Диану не оторвать. Что ты здесь делаешь? Смотрите, она сама придумала себе занятие и выполнила его. Одна груша, 6 яблок и 4 груши. Какая ты молодец. Диана, смотри, как еще можно делать. Сюда поставить плюс. Одна груша плюс 6 яблок. Сколько будет? Чтобы посчитать, ты можешь грушу перенести к яблокам и все вместе посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно. 7 минус 1. Посчитай, сколько яблок осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно. Осталось 6 яблок. Мне кажется, так очень интересно будет учить, да? Математика – начальная программа для занятий с детьми. Очень классные наборы. Мне очень понравились, Диан. А тебе? Да. Диан, теперь скажи мне, какой из наборов тебе понравился больше всего? Они все мне понравились. Друзья, подпишитесь на мой канал. Пока! Пока, Дианочка! Пока!